Гилмор привез шайбу. Попов слева оставил Акулова. Акулов катит на ворота. Направо бросок оттуда Шалунов. Но не хватает точности этому броску. Самый сильный бросок сегодня Максима Шалунова. Почти на 159 км в час. Умнов попробует что-то придумать. Здорово. Пускает шайбу себе под коньки. Уходит от Бенксона. И делает пас назад. Тут еще и бросок в меньшинстве. Динамовцы наносят. Все здорово. Вышло. Утешительный приз за самый мощный бросок сегодня. До 160 км в час разогнал он шайбу. Сделал всех защитников в составе обеих команд. Пять на три вновь динамовцы. Но вот сейчас давайте смотреть, сколько. 53 секунды. Уска Бэнксон. Великолепный шанс Уска на вторую шайбу. По такому матчу это серьезное преимущество. И ловит там на себя сейчас шайбу Михаил Чайковский. Но если не сейчас, то когда забивать Динамо? Шипачев на синюю линию играет. Расставились бело-голубые в чужой зоне. 0-4 горят. Динамовцы. Бросок по воротам. Ярви. Корпус пытается выжить борьбу у Кузнецова. На помощь приходит Финберг. Хорошая передача назад. Тарасов на Чайковский. Заряжает словак, но попадает в клюшку под Колзина. И рикошетом от нее шайба вылетает за пределы льда. Бросок по воротам. Так немножко много времени потратил Михаил Чайковский на то, чтобы зарядить свою пушку. Красную прошли, зону бросили. Ну, там побороться. Кузьменко оторвался от опекуна, вырулил на пятак. И неплохой бросок Ажиганов наносит. Так сильно бросил, что шайба вылетел из зоны московского «Динамо». Сила броска только армейцы. Чуть «Динамо» так слабо бросают? Переглазов. Едет к воротам Кошечкина. Бросок неудобно руки Кошечкин. Блином отбивает шайбу. Подбор остается за Андреем Стасем. Пас под бросок. Вау! Шикарный момент создает «Авангард». Но с броском Покки справляется вратарь «Металлурга». Самый сильный бросок в этой встрече у Вилли Покки. Почти 170 км в час.